Hello and welcome to Happy English School и добро пожаловать на очередной урок серии «Английский с нуля». Сегодня закрепляем тему первого глаголного наклонения, и в этом нам поможет диалог. Page 157, 157 страница. Please don't ask me a difficult question. Пожалуйста, не задавайте мне сложных вопросов. I want to ask you a difficult question. Я хочу задать тебе сложный вопрос. Oh no, please don't ask me a difficult question. О, пожалуйста, не задавайте мне сложный вопрос. Why not? Почему нет? If you ask me a difficult question, I'll be nervous. Если вы зададите мне сложный вопрос, я буду нервничать. If I'm nervous, I'll make a mistake. Если я буду нервничать, я совершу ошибку. If I make a mistake, the other students will laugh at me. Если я совершу ошибку, другие студенты будут смеяться надо мной. If the other students laugh at me, I'll be embarrassed. Если другие студенты будут смеяться надо мной, я буду смущен. If I'm embarrassed, I'll cry. Если я буду смущен, я расплачусь. So please don't ask me a difficult question. Поэтому, пожалуйста, не задавайте мне сложный вопрос. Этот диалог мы разыграли с одной из моих замечательных студенток, сегодня уже выпускницей, и я хочу показать вам, как это все выглядит. Sophie, I want to ask you a difficult question. Oh no, please, don't ask me a difficult question. Why not? If you ask me a difficult question, I'll be nervous. I am nervous, I'll make a mistake. If I make a mistake, the other students will laugh at me. If the other students laugh at me, I'll be embarrassed. If I'm embarrassed, I'll cry. So please, don't ask me a difficult question. Ну а теперь попробуйте сами выучить диалог, поймайте кого-то из домашних или кто вас вдохновляет заниматься английским вместе с вами. И у него совсем коротенькая роль учителя. Ну а вам нужно выложиться по полной и разыграть, насколько вам не хочется, чтобы вам задавали сложный вопрос. That's it for today. Thank you for joining me. Like this video to say thank you. Subscribe if you haven't. Hit the bell button not to miss the next lessons and see you next time. Bye.